На календаре у нас 2 июня. Поздравляю вас с первыми днями лета. И наступает у нас самая классная пора. Лето, отпуск, выходные, коронавирус, возможно, скоро закончится. Но Rockstar не перестают нас удивлять своими грандиозными, классными обновлениями в Red Dead Redemption Online. Об этом мы с вами сегодня и поговорим. У микрофона Готика, Сократ, погнали! Для самого шикарного обновления не хватает скидки на горох и, безусловно, носки. А если кроме шуток, блин, на этой неделе нам вообще ничего не добавили интересного. Но есть свои нюансы. Давайте разбираться. Бонусы и скидки до 8 июня. Бесплатные припасы для торговцев. На этой неделе торговцы могут получить бесплатную партию припасов. Скидки на женскую прическу. Длинные заколотые кудри. Один слиток. Раньше было два. Скидки на прическу и бороду, и усы для мужских персонажей. Скидка на расцветку для помпового дробовика, вариант торговец, $270. Скидка 40% на все предметы для торговцев, в том числе мясницкий стол. Напомним, что до 8 июня отменена плата за создание постоянного отряда. Скидка на охотничью повозку, охотничью, $525, а было 875. Скидка на костюмы торговца, скидка на жесты приветствия, снимаю шляпу, Гудман, это пояс у нас оружейный, тоже скидка $60, было 100, скидка на лошадь торговца Кладрубская, а также тема для лагеря торговец, снаряжение для лагеря котел стоит 390, средняя и большая грузовая повозка 300, ящик для оружия 345, и у мадам Назар доступны снова маски. Также филигранная пряжка 2 слитка, латунные очки 3 слитка, перчатки Тэпскот $60, кольцо Рабек 2 слитка. Скидка у скупщика, копьевидный нож 3 золотых слитка было 5, молоток $45. Скидка на все лошади породы Кладрубская. И также седло Флетчер, это, если что, напомню, торговец. Скидка оруженосца, еженедельная коллекция Мадам Назарт. Карта Таро Паш Пентаклей, карта Таро Рыцарь Жезлов и карта Таро Король Мечей. Все. Все. На данный момент я хотел бы вам сказать по поводу некоторых затруднений внутри Готики. К сожалению, на данный момент я не могу выпускать видео модного приговора и также делать стримы вообще, собственно, как и турниры. Чуть позже, может быть, дам свой комментарий по этому поводу, но на данный момент остаются новости недели и определенные ролики, которые были запилены давно. Контент все равно будет продолжаться, пока у нас не получится избавиться от некоторых назойливых проблем, которые в последнее время очень сильно мешают определенному контенту. Безусловно, мы вернемся к вам, и не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, Дискорд в описании, и поддержите, пожалуйста, чеканной монетой, если есть такая возможность. Ссылка на Donation Alerts в описании. Ну а с вами была Готика, с вами был Сократ, всем удачи, пока. Новости Дискордов также пока отменяются, ввиду общих технических сбоев между Дискордами. В общем, держитесь, а время сложное, но будет легко. Пока.